И вот и все. И здравствуйте. Здорово подловил на перемещении. Очень терпеливый боец. Это вот однозначно есть попадание. Здорово. Корпус голова. Еще раз повторил корпус голова. Здорово. Пятится своего соперника. Не принимал на себя, да? И снова. Боковые, да? Это было плотное попадание. Заслуживает уважения. Действительно закатывает красивейший бой. Очень умный. Последняя минута. О, второй раунд. А еще, друзья. Необходимо добивать. Какой живучий кубинец. Заслуживает уважения. Еще пытается в ответ что-то бить. А Мурат заслуживает восхищения. Надо останавливать. Надо останавливать. Ой-ой-ой. Рефери. Хорош. 20 надо секунд. Half-time. Gassiev takes space with a jab. Practically incessant, just continuing to poke it out. And serve as a deterrent. That's intelligent work from Gassiev. He knows Usyk. Immediately out to the space of center ring. But once Usyk, it is something that... But later on in the fight. ...being staged in this venue. And you see Gassiev... He's in the mind losing the first. Oh, beautiful right hand. Right hand from Gassiev. And he follows up. When they do it in training, good left belief. Yeah, and there's nothing like it. Identical 100 perpetual motion of Alexander Usyk. And he knows Usyk's accuracy. He's there to be hit. Good right hand. И Мурат Гасиев становится обладателем уже двух поясов. Да, и он в финале. Это что сделать стоя. Это будет первый досрочный. В ответ, но удар у Гасиева намного мощнее. Навстречу пропустил справа. И в нокдауне, в стоячем нокдауне. Сейчас находится салон. Ну, Кирк поближе, нанеся несколько легких-легких ударов. Как... Может, удар по печени. Похоже, дело близится к концу. Посмотрите. Нешуточный, 90 с лишним килограмм. Да, здесь можно... Ударов, да, и у Розалины Сибулина будет всех... Да ну, бой будешь, совершенно односторонний, так но что здесь еще немного. Да, да, все, да, похоже. Достаточно. Гасиев! Да. Я уже говорил промоутера и менеджера. Да, ему 19 лет. Делает все для того, чтобы... Выше ростом он ощутимый достаточно. Там же. Брата не было долгой любительской карьеры, что и нужно. Знаете, три закона профессионального бокса работают. Появляется такое ощущение, что сам вот «бей меня не хочу» называется. Так он четко среагировал на указания своего тренера. Он, как говорили, уже подписал контракт с одной из ведущих промоутерских организаций. Он уже несколько раз попал туда и закрывает ее локтем, как может. Его
Но все равно картинка боя поменялась. Находит бреши в обороне Гасиев. Ну вот они, пошли боковые, снизу. Контратаки. Есть. И правый боковой. Был удар, какую-то височную часть и примерно. Продолжает. Еще один. Ну, раз, бой будет... Мало времени до гонга, но еще можно успеть. Снова попадает боковым. Все, рефери сейчас останавливает бой. Все. Norbert Kürnberger, der Ringrichter aus Österreich, den Kampf ab und damit... Left over the chin. Tied up in that. Oh, and lands one right as they come in. And he seems to want to. Oh, T-Rex on the ropes. Marshal his energy and come up with surges when he needs it. Oh, left uppercut. Backed him up to the ropes. That hurt him. Oh, Carl Jr. You don't have the standing eight. Otherwise, you stop the fight. And the fight will be. Особо некуда. Разыгрывается пояс. Раундов много. И вот и все. И здравствуйте, уважаемые друзья. Как ни поднимал, ни пытался, правильнее сказать, свою левую руку Карлаус Уэлч, скорее всего, он проигрывает нокаутом. Буквально на первых секундах. Нет, это маловероятно. Что ж, уважаемые друзья, ну, победа Мурата Гасиева, оглушительная победа. Буквально интересно будет услышать, на какой секунде она произошла, а мы буквально через паузу.